‫תודה רבה. В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Ненецкий округ был инициатором голландско-российского проекта «Новые города на Старой земле», получившим поддержку посольства Королевства Нидерландов в России и Северного форума. Нарьенмар, города Ямала, Альмера в Нидерландах – это так называемые «Новые города», основанные на Старой земле со своей сложной и богатой историей. В рамках этого проекта в округе прошла арт-резиденция. Очное участие в ней приняли художники из Ямала-Ненецкого и Ненецкого округов. Гости нашей студии – художники Татьяна Китко и Андрей Вахрушев. И Елена Миншакова, директор музейного объединения. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Расскажите, пожалуйста, вот первым делом, что это за проект такой и почему Ненецкий округ принимает в нем участие, для чего это нужно? Это была наша инициатива, с которой мы вышли первоначально к голландским художникам, голландскому куратору Ирине Лейфер после нашего с ней контакта. И вот вырос такой проект, который получил название «Новые города на Старой Земле». И связано это все с тем, что, к сожалению, у нас, да, вот ситуация, с которой мы столкнулись, Пустозерск, как первый русский город в Арктике, он не проявлен ну, практически Нигде, да, самого города не существует очень много, мало письменных и э, визуальных источников по его истории. И нам, как музейщикам, очень сложно представлять э, вот это все богатейшее это наследие Пустозерска для посетителей, поскольку базы по Допетровской истории тоже, к сожалению, у многих из нас ну, недостаточно. И, конечно, все это, вот эти трудности, эти сложности нужно как-то решать. И мы понимаем, что выход может быть только один с помощью художников, с помощью творческих людей. Вот это богатейшее наследие Пустозерска, которому свыше 500 лет, да, более уже половины тысячелетия, каким-то образом проявить, чтобы это наследие стало актуальным, интересным, современным и понятным, что самое главное, жителям нашего региона и жителям других регионов. Но это не только проблема нашего региона, как выяснилось, это проблема очень многих регионов. А вообще во всем мире есть вот этот разрыв между наследием и людьми, которые живут в новых городах. Взять хотя бы Наринмар, да, вот это новый город, появившийся в 20 веке, куда, казалось бы, да, приехали люди со всех сторон. Это и местные жители туда переселились из деревень, и очень много мигрантов приехало, да, с Селемского, с Ижимского района, с других регионов нашей страны. И это люди, которые не знают фактически истории вот этого места, где стоит сегодня Наринмар, да, не знают предтечи Наринмар, того же самого Пустозерского. Вот эта оторванность, она создает проблему адаптации людей, в современном городе нет базы, нет основы, да, на которую можно опереться. Всегда наследие – это та основа, с которой а, можно работать. И сегодня мы видим, что Наринмар а, потихонечку-потихонечку начинает вот, как-то а, вытаскивать свое, в том числе это наследие, старое это наследие. Это и наследие ненецкого народа, это и наследие русского старожильческого населения, пустозеров, которые здесь жили, это наследие коми-ижимцев, традиционных народов наших, да, это и наследие уже современных людей, который горожан, деревянного Наринмара, который тоже ушло, и который, о котором современные дети, молодежь, ну, практически ничего не знают. Да? Сегодня нет деревянных домов, деревянного тротуара, то, на чем выросли мы, наши отцы, деды и так далее, да, вот, кто начинал на Поэтому нам кажется, что это очень важно. Такая же ситуация, как вот художниками выяснили, даже в Салихарде, казалось бы, старый город, но тем не менее миграционные потоки, которые в последние годы и в последние десятилетия там случились, они вот этот разрыв между мигрантами да, и наследием старого Салихарда, Абдурска, одно тоже выявило. Точно так же в Голландии, в Альмере с художниками, с которыми мы тоже работаем из того города, они там вообще новый город там вообще новая территория, которая была отвоевана у моря, там насыпаны дамбы, да, новая земля, но, оказывается, у этой морской территории тоже была своя история. Вот они пытаются тоже этим проектом проявить вот это наследие. И мне кажется, это очень актуально для ну, вообще всего мира. Когда мы рассказываем о нашем проекте, все говорят, о, у нас так, такая же самая проблема, то есть у нас то же самое, мы хотели бы включиться, у нас вот был партнер... Появился еще один партнер из Финляндии, который тоже хотел художница присоединиться. Мы сказали, ну, пока мы, наверное, ограничимся нашими художниками, с теми, с кем мы хотели отработать, а потом мы будем масштабировать этот проект. Вот, наверное, коротко так. Елена Геннадьевна, на какой стадии находится проект? Вот сейчас почему к нам приехали, собственно говоря, художники? И для чего? Да, проект у нас а, запустили мы в прошлом году и подали заявку на финансирование Северного форума, а, подали заявку на финансирование, в том числе из бюджета нашего региона. А, был предварительный этап, сейчас мы уже перешли в активную фазу проекта и сейчас вот состоявшийся здесь на Ридмари в течение пяти дней арт-резиденции, мне кажется, дала нам очень много, и нам, как организаторам, и художникам, я думаю, что мы напитали их нашей территорией, по крайней мере, постарались погрузить в особенности, немножко удивили, может быть, их тем, что у нас здесь было, тем наследием, теми людьми, теми отношениями, теми, ну, не знаю, наследием, да, вот, материальным, то есть мы показали фонды, и я думаю, что а дальше, конечно, все это выльется в выставку, которую мы сначала первоначально планируем в Салихарде. Она будет в конце года текущего, в начале следующего, там, в музейно-выставочном комплексе имени Шимановского. Это еще один наш партнер. Ну, а потом приедет уже сюда, к нам на Наринмар, и мы обязательно представим ее здесь. И там, мы надеемся, будут инсталляции, там будут вот эти творческие идеи художников пропитанные нашей проблематикой, нашей тематикой, они будут как-то проявлены. Это даст нам возможность уже современным языком общаться с людьми, рассказывая им о нашей истории, о нашем наследии, о нашей природе и культуре. Татьяна Андрей, расскажите вот ваши впечатления, что вы увидели, действительно удалось ли впечатлиться, потому что территория ведь похожа и и Ненецкий округ, в общем-то, даже тундра. Здравствуйте. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность приехать к вам в Наринмар, в Ненецкий автономный округ. Я у вас впервые, и я была немножко настороженной относилась к этой поездке. Сначала переживала, как все это будет, но когда я стала, когда мне прислали материалы по Пустозерску, по Наринмару, я стала. Это все просматривать, изучать. Меня очень поразила вот эта вот ситуация, что был хороший, интересный город Пустозерск, процветающий, богатый. И за какой-то короткий период, всего сто лет, он просто исчез. И я хотела посмотреть, как это. Это просто было невероятно. Я уже стала дома работать над картинами. Я художник-живописец, работаю... А в жанре реалистической живописи я буду писать картины, жанровые картины с людьми. Постараюсь изобразить старинные постройки, насколько это у меня получится. По Материалы мне представили очень хорошие из фондов. Фонды богатые. Мне понравилось, что у вас есть старинные костюмы настоящие. Я сначала переспрашивала, говорю, это у вас реконструкция? Мне сказали, нет, это все подлинное, настоящее. И для меня это очень важно увидеть не, не просто на черно-белых фотографиях, а вживую буквально потрогать, прикоснуться к этому наследию. Поэтому это потрясающий проект, и я хочу сказать большое спасибо, что меня удостоили такой чести быть здесь с вами и вложить частичку своего творчества в это большое дело. Татьяна, а как долго будет идти а, работа над картиной? Что вы вот, что вы задумали? Насколько долго это будет реализация? Времени не очень много. Мы должны провести выставку в Салихарде в начале декабря. Очень хочется как можно больше написать, потому что идей очень много, очень много впечатлений. Я работаю с большими форматами, ну, скорее всего, у меня будут метр на метр двадцать картины. Ну, поскольку я работаю еще в государственном учреждении, я буду писать по выходным и после работы, поэтому вот все время до декабря у меня будет плотный график, я буду писать, 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 чтобы как можно больше воплотить задуманного. То есть вы хотите даже не одну картину написать? Я это надеюсь, несколько... что все получится, что все, что я задумала, да, не одну. Нам тоже очень интересно будет посмотреть, что у вас получится. Андрей, как ваше впечатление, что у вас ну, особенно? Прежде всего, конечно, хочется сказать большое спасибо, что у нас появилась возможность приехать вот в этот загадочный край, потому что о нем слышал много. Потому что, изучая историю, всегда мы знаем, что такое, как шли купцы до Мангазеи, как открывалась Сибирь, но вот когда вот мы приехали на это место, и когда мы прикоснулись к настоящим предметам, я понял, что я вообще ничего не знаю. И вот здесь у меня открылось новое вообще видение истории. И вот это очень важно, это открылось у меня. И вот задача вот этого проекта, чтобы у всех, кто придет на эту выставку, чтобы они поняли, что история – это очень важная вещь. Это то, с чего начинается будущее. И вот именно посмотрев, изучив вот эти предметы, мы будем себя понимать, мы будем себя понимать, как строить нам будущую жизнь, как строить себе будущее. Современные художники из Нидерландов они нам показали, как они это делают. Это совершенно современное искусство, это новое, интересное, ментальное. Я буду работать с материалами более знакомыми с, де с деревом, с, может быть, это будет живопись, может это будет графика, но опять же, мне, моя задача передать вот это ощущение ну в, в современных формах. Это будет и современная живопись, это будут инсталляции. И я думаю, что вот именно музейные фонды, которые будут присутствовать в, на этой выставке, они как бы дадут вот этот толчок. Вот это настоящее, вот это завораживающее. И я думаю, что кто бы ни пришел на эту выставку, они поймут, что они живут в замечательной стране, и у этой страны есть будущее. Но тоже вы будете ограничены во времени, да, правильно? Вот То есть вся, это... вся, вся, вся проблема в том, что да, материал, можно сделать, конечно, очень много и всего, но Время очень небольшое. Одно радует, что в нас столько энергии заложилось после этого проекта, что мы когда приедем, <laughs> первый месяц у нас будет просто вот, вот так вот все кипеть. И я думаю, что мы успеем все, что задумали. Потому что в нас вложили столько. Такие были профессиональные экскурсии. Потому что человек, с которым мы общались и в Пустозерске, и в городе, нам столько всего так вложили, так грамотно все было построено, что... Прямо картинки уже ложились в голове и уже все уже сложилось файлы уже сошлись их только осталось реализовать поэтому этом большое спасибо профессионалам которые здесь работают ну это просто фантастика какая-то Мы появили, попали в другой мир и этот мир сейчас будем рассказывать об этом уже через искусство вот очень интересно про инсталляции что ну хотя бы чуть-чуть завесу приоткройте что это может быть как, как вы видите что может быть за инсталляция по зерску ну, мне очень понравился, что это был деревянный город, что это дерево. И Наринмар, он тоже строился, был деревянный. Вот, вот эта проблема, как перевозились дома из одного места на другое, как они жили. Поэтому это будет все равно дерево. Это, конечно, будут не дома, это будут какие-то, может быть, элементы, но дерево будет присутствовать в этих инсталляционных каких-то моментах. Но я постараюсь их адаптировать, чтобы они были не совсем суперсовременные, чтобы все-таки люди, которые не готовы еще к восприятию современного искусства, все-таки прониклись и поняли, что это такое. А насколько масштабны ваши инсталляции? Вот, какого это, размера это, они? Во-первых, опять же, если говорим и по размерам, и они должны быть транспорти... транспортабельны, потому что это надо будет перевозить. Из одного города в другой. Если проект будет иметь еще какую-то жизнь, я думаю, что эта выставка вообще будет, может еще куда-то поехать. Поэтому это должны быть вещи, которые можно было бы нормально перевозить без каких-то ущерба для перевозки. Будет все продумано. Елена Геннадьевна, вы сказали, что голландцы участвовали заочно в проекте. А каким образом? Люди смотрели, впечатлялись. Художники ну, из Голландии да, каким образом? Да, художники из Голландии, конечно, очень хотели приехать, и у нас была большая с ними подготовительная работа. Я уже говорила, что мы отправляли вот и мальским художникам, и голландским художникам все материалы, которые их интересовали по нашей территории. Это были и сканы, это и были и фотокопии. В общем, все, что мы могли, все, что запрашивали, мы старались оперативно на это реагировать. Более того, для Чикаки танабы которая принимает участие с голландской стороны одна из художниц. Мы отправили посылку, с которой, к сожалению, до них еще до сих пор не дошла, сидит на таможне в Нидер, Нидерландах. Но тем не менее там все, что было и ткани, и газета Нериана Виндера, то есть вот все, что запрашивала художница, мы все постарались отправить. Сейчас они присутствовали в Зуме на открытии арт-резиденции, которая состоялась у нас в понедельник. Мы создали группу в WhatsApp, и мы регулярно выкладываем каждый день вот все, что происходит у нас, происходило у нас в арт-резиденции, мы сразу же оперативно выкладывали все фотографии, все видео, причем это может сделать каждый участник арт-резиденции, любой из организаторов, и голландцы нам такую ответную реакцию сразу свою давали, говорят, нравится, не нравится, вау, не вау, то есть они рассказали о своих проектах, что они уже сделали, есть интересные идеи и у Чикаки, и у Синди Мурман, которая Uh, собирается тоже поучаствовать и сделать uh, uh, интересные вещи, не, не может быть непонятные до конца нам, но тем не менее очень любопытные, которые, мне кажется, привлекут внимание к проблемам а, новых городов на старой земле. То есть они с нами, мы постоянно с Ириной Лейфер, с куратором а, на связи. Вот и обсуждали зал, который нам вот, да, предоставил МВК, музейно выставочный комплекс имени Шамановского. и уже вчера а, за прощальным ужином мы обсудили так накидали немножко, чуть-чуть какие-то наметки на выставку, что это будет по концепту, конечно, это все еще будет дорабатываться. То есть да, вот нидерландские художники, они все время с нами на связи, и я думаю, что сейчас общение будет не только вот мы как организаторы с ними, но я думаю, что между собой, если какие-то вопросы у художников возникнут, что-то обменяться. Конечно, есть идея, и вы помните, когда мы встречались с представителями посольства Нидерландов и генконсульства Нидерландов здесь в этой, в этой же студии, мы хотим и Нидерланды хотят, чтобы выставка уехала туда тоже к ним потом, поэтому. Я думаю, что у проекта есть э, вообще широчайшие возможности и перспективы дальнейшего развития. Но посмотрим, надо, чтобы все случилось, чтобы художники и наши, в том числе ненецкие художники, это Лилия Тайбарей, замечательная, у которой мы вчера были в гостях в мастерской в Красном, и Виктор Вылка, который тоже у нас э, такой большой волонтер Пустозерска, чтобы они тоже предоставили свои работы. Времени действительно очень мало, но мы надеемся, что все случится. И салихард первым примет хотя бы вот, ну может быть не все, что удастся доделать, но какие-то основные наметки уже в салихарде будут проявлены, и в Наринмаре мы это все потом представим уже в таком в полном объеме и э, расскажем о проекте детально всем жителям нашего региона. Татьяна Андрей, вот а почему именно вы приняли участие от Ямало-Ненецкого округа, наверное ведь не только Два художника хотели поехать и посмотреть Пустозерск. как это вообще происходило, куда отбор был, какой как это вообще Ну, во случилось? конечно, на округ вышли. Вышел сначала музей, и спросили, кто работает в современном искусстве. Мне, конечно, примерно при... посмотрел, кому можно было. Мне с музея Шимановского позвонили и сказали: вот мы тебя рекомендуем, кого ты еще бы порекомендовал. Я думаю, что вот мобильно работать. Может у нас вот тут Татьяна, потому что она вот именно в этой теме. И я думаю, ну я предложил Татьяну вот, две кандидатуры, которые были предложены музею. Они были, видимо, одобрены yeah. <laughs> и на, с нами уже связались, уже с нами уже стали пер, вести переговоры. То есть вот таким-то чудесным образом мы появились вот здесь. А вообще, как вы считаете, насколько нужны такие проекты, насколько они именно вот с точки зрения творчества полезны, насколько они интересны? Вообще говорить о территории и рассказывать о территории не вербально, не какими-то текстами, а именно через искусство ⁇ это очень важный момент, потому что искусство ⁇ это международный язык. Его понимают все. И я думаю, что за этим будущее вот именно говорить о искусством, языком искусства. И это объединяет, объединяет людей, объединяет художников, объединяет зрителей. То есть и здесь все выигрыши получаются. Поэтому это очень правильное направление. Я рад, что мы участвуем в этом. Татьяна, у вас как вот, на ваш взгляд, что, что можно вот, э, сказать? Я думаю, чтобы участвовать в подобных проектах, нужно вести активную творческую деятельность Выставляться, участвовать в пленерах, постоянно работать, показывать, что ты можешь, быть заинтересованным. Поэтому, если художник хочет, конечно же, он будет участвовать. Вот я, я член Союза художников России, я, я Каждый год стараюсь принять участие или в пленере, или в выставках. Вот у нас плани мы планируем поучаствовать во всероссийской выставке «Единение», которая пройдет в Нижнем Новгороде. Очень крупная, масштабная. Мы принимали участие в выставке Россия неоднократно, поэтому если ты чего-то хочешь, то у тебя все получится. А сейчас вы, у вас были пленары тоже, правильно? Вы в Пуст... Или в Пустозерске вы просто с ознакомительной экскурсией? Что это было немножечко? Вот. Времени было не очень, не очень много, и мы решили, что мы будем больше смотреть, изучать, вдохновляться. И работа с документами, работа да. с... Инф... Вот именно набирать информацию. Под... Набирать информацию. И, и очень важный момент, это, конечно же... Вот это внутреннее восприятие пространства, внутреннее отношение к людям, внутреннее... Вот через себя пропустить. Почему и говорят, что вам надо напитаться этой территорией, да, вот постоянно говорят. И на самом деле это надо будет просто прочувствовать, потому что искусство — это чувства, которые воплощаются в красках, в металле там, и так далее. И вот... Накопить вот эту информацию в себе и потом дать ей возможность выплеснуться через какие-то инсталляции, через какие-то живописные работы. Это тоже важно. Даже вот художники, которые приходят вроде бы на пленэр и рисуют как картинки, кажется, что это все очень просто. Но человек готовится, внутренне себя готовит. И некоторые художники могут целый день ходить и ничего не, не нарисовать, ничего не сделать, ни одного этюда. Но это не значит, что он не работает. Он... Впитывает, он смотрит, он собирается, и потом уже в один прекрасный момент он вы, выдает замечательные шедевры, замечательные работы. Вот наша задача была впитать как можно больше информации, как можно больше познакомиться вот с тем настоящим, что еще существует. У нас это, мне кажется, у нас это получилось. Самое яркое впечатление, которое было за время вашего визита в Пустозерск, в ненецкий округ, что самое больше всего поразило и что такое вот ну так скажем дало толчок к творчеству ну во-первых как здесь жили крестьяне вот это <с меня вообще поразило что такое крестьянин и когда мы зашли и посмотрели вот этот быт крестьянский и когда на самом деле вот эти документы посмотрели все совершенно все перевернулось север это север на севере жили люди в суровых условиях, но жили всегда по-другому, не так, как на большой земле. И вот это меня как бы я задачил, и в то же время все стало понятно, что север, русский север, он всегда отличается от центральной части России. Здесь всегда сложно, здесь всегда трудно, здесь всегда богаче. Почему? Потому что люди здесь работают и работают не просто так, они своим трудом зарабатывают и, на, и копят капитал. И в то время, в то время это XVI век, и, и даже при организации, когда здесь шли потоки э, в Мангазею, здесь тоже кипела жизнь и кипела жизнь очень так, так же мощно, как и в Мангазее. Так же мощно все европейские товары были здесь. Здесь жили европейской культурой, здесь были городская, здесь была городская культура что очень странно, когда мы говорим о крестьянстве. То есть вот это у меня пока, вот сейчас только сложилось, сложилось что это такое очень сложное, интересное. И вот, вот эти вот метаморфозы, которые здесь происходили, об этом надо говорить, а это надо будет показывать, потому что вот из этого складывается русское государство. Вот отсюда шло завоевание Сибири, вот отсюда вот вся Сибирь была, ну, была рус была православная и была вот отсюда можно сказать пошла государственность и вот эти точки государственности, которые и Остроги, которые ставились, и те те же стрельцы, которые находились здесь, вот вроде бы это история, которую мы знаем, но когда начинаешь изучать ее подробно, и прикасаешься вот к этой истории, открывается совершенно другой мир и хочется, чтобы об этом знали многие и тогда и историю будут любить. Дети не любят историю, потому что они не понимают, они не могут связать, как так жили раньше без телефонов. То есть вот когда начинаешь вот в это проникать и когда начинаешь об этом рассказывать, я думаю, что вот понимая историю, мы на самом деле будем знать, как нам жить дальше. Татьяна, вас что поразило больше всего? А, у меня я в девятнадцатом году была в Ханты-Мансийском автономном округе. И в этом году я приехала к вам, в Ненецкий автономный округ. Сама из ямал Ненецкого автономного округа. И если сравнивать эти округа, то у вас здесь я себя почувствовала как дома. У вас очень уютно. И это поразительно, что вы сумели сохранить этот уют. Потому что у нас сейчас все изменилось раньше в детстве все были знакомы ты идешь по городу ты не знаешь кого как зовут но ты видишь эти лица ты дома сейчас у нас очень много приезжих люди приезжают уезжают и изменилось изменился до города а здесь я как будто бы попала в детство вот вот как, как. это все в воздухе все такое э, родное знакомое хотя это другой округ вот мне очень понравилось, как здесь люди относятся к своему делу, насколько они искренне любят свою работу и как у них горят глаза. Они не думают о времени, что вот у них рабочий день закончился, все, я пошел домой. Нет. Мы были и в мастерских, и в музее, и в доме Шевелева, ездили в Пустозерск. Люди не работают, они живут этой жизнью. И вот это поразительно, это так здорово. Впечатление просто потрясающее. Какое-то счастье и спокойствие. И хочется здесь быть, и жить, и творить. Елена Геннадьевна, вот резюмируя нашу встречу, когда ждать жителям Ненецкого округа выставку, когда мы сможем увидеть работы, теперь очень просто хочется увидеть все тоже хочется увидеть. На самом деле мы э, уже говорили, что до конца, до 24 января нам предоставляют помещение в Салихарде. И скорее всего, сразу же мы привезем выставку сюда, и она откроется уже в, вот в январе, может быть в конце января, либо в начале февраля она откроется уже здесь у нас в зале временных выставок Нинского краеведческого музея. А, вот мы очень на это надеемся. В плане выставок все уже... Вставлен, то есть все уже запланировано, поэтому э, мы ждем всех наших жителей, всех тех, кто участвовал в проекте, так или иначе было связано. Мы постарались познакомить наших гостей, с, э, не просто пропитать их городом, мы, мы постарались познакомить с разными людьми, несмотря на пандемию, и э, чтобы они прочувствовали вот э, эти взаимоотношения между нами, да, что у нас все шаговой доступности, что у нас расстояние между людьми, между людьми они немножко ближе, хотя дистанция у нас достаточно большая, да, и живем мы друг от друга бывает на значительных расстояниях. То есть вот эти мы хотели пропитать, и э, я думаю, что еще, наверное, один момент мы хотели, чтобы наши художники, э, которые вот были в арт-резиденции, они прочувствовали регион всеми органами чувств. И кожей, и зрительно, и тактильно, и на вкус. Мы постарались накормить их нашей кухней, пустозерской и северной кухней. То есть, чтобы они прониклись всеми нашими вот этими вещами и уехали, и родили для нас какие-то произведения, которые потом достойно представят наш регион, Ненецкий автономный округ, который мы все безумно любим, а, ну, на каких-то других площадках. Это очень важно, продвигать регион силами художников не только нашего региона, но и глазами внешних специалистов, внешних мастеров. И, наверное, иногда мы смотрим на то, что мы делаем изнутри. Это не всегда картина полная, когда вот люди творческие смотрят на нас глазами уже своими, они замечают иногда очень важное и ценное, что мы иногда не ценим. Зачастую. И вот в этом суть нашего проекта, мне кажется, сделать ценностью для каждого жителя региона, для каждого жителя нового города сделать ценным территорию людей, которые живут здесь рядом с ним. Вот это, наверное, такая квинтенсенция идеи, которая заложена в нашем проекте. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Обязательно, если вы будете в Ненецком округе, приходите снова. И очень-очень хочется увидеть с работы. Прямо <связано> интрига. <связано> <связано> Спасибо большое, что вы были у нас в студии. А я напоминаю, что гостями нашей студии сегодня стали художники из Ямало-Ненецкого округа Татьяна Кипко и Андрей Вахрушев. И Елена Меншакова, директор музейного объединения. До свидания, до встречи в эфире.